А, ну ты сегодня лошара? Я знаю, я всегда ты лошара. Не, ну не всегда, сегодня прям вообще особенный лошара. Не забил фиг знает сколько, но зато победили. И за счет чего? Сейчас, секунду, первый раз такой. Блин, честно говоря, даже не знаю. Усилились немножко двумя хорошими ребятами. Они, правда, с нами и тренируются, просто только сейчас смогли приехать. Вот, и... Блин, соперник, конечно, тяжелый, но первую половину хорошо начали, у нас там было плюс 20. Потом все растеряли и в конечном итоге... Если была бы пятая четверть, мы бы, наверное, слились. Как тебе соперник? Ну, мы с ними давно знакомы, потому что мы все-таки тренируемся в одной академии. Периодически встречаемся, поэтому приятно всегда с ними играть, хорошие ребята. Удачи в следующих играх. Спасибо большое.